فزت ورب الكعبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صل على علي ابن موسى الرضا طوال التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры мы приветствуем вас снова на телеканале Хади ТВ 3 и мы продолжаем нашу передачу посвященную Фатиме Захре саламуллаху алейха ее мученической смерти и в первую очередь конечно хотелось поприветствовать нашего гостя шейх Курбан саламу алейкум алейкум салам рахматуллахи баракату шейх Курбан Наша серия передач уже близится к концу, и хотелось бы продолжить ту тему, которую мы говорили с вами на прошлой передаче, которую обсуждали. Вот. И мы начали обсуждать о тех событиях, которые происходили после смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И мы сказали, что были сподвижники, которые не присягнули первому халифу и собрались в доме Фатимы Захры, саллаллаху алейха. И были некоторые моменты, которые относились именно к тому, что они хотели поджечь дом, они угрожали тем людям, которые находились в этом доме. Хотелось продолжить эту тему, что было дальше и как развивались обстоятельства. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين Я прежде всего приветствую дорогих зрителей Хади ТВ 3 В этих упомянутых вами событиях, когда дом ее светлости Фатимы Заһра, саламуллаху алейха, был подвергнут нападению, то есть было совершено нападение, со стороны этой партии, этой силы, которая всеми силами, всеми правдами и неправдами, всеми возможностями стремилась прийти к власти. И здесь, в этих событиях, оппозицией и противодействием этой партии, этой силе был именно дом, центром оппозиции, центром силы и противодействия этой партии, был именно дом ее светлости Фатимы Заһра, саламуллаху алейха. Здесь вот я хочу на какой момент указать на качество и свойства, вообще, что из себя представляют эти две силы. Во-первых, ее светлость Фатимы Заһра, саламуллаху алейха, ее дом, и что из себя вообще представляет эта сила, которая осуществляет нападение на дом ее светлости Фатимы Заһра, саламуллаху алейха, ради власти, ради того, чтобы прибрать к рукам власть. Власть после его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. С одной стороны, обратите внимание, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, принес людям, человечеству учение. Возвышенное, трансцендентальное учение, то есть качественное учение. И эти люди, которые после его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, начали эту борьбу, начали это противостояние, ослушались, во-первых, завещание его святости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Эти люди были в числе последователей посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в числе его сподвижников. Они были те, кто пошли за этим учением. Те, кто высказал и проявил готовность следовать этому учению. Но при этом мы обнаруживаем, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который для них был кем? Был лидером,
был человеком, которым они должны были прислушиваться, которым они должны были подчиняться беспрекословно. Этот человек, то есть его связан с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который играл такую роль по отношению к ним, после себя назначил его связь с Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. Сказал, что «Мен кунт мавляху фахад Али ун мавля». Кому я являюсь доверенным, кто доверяет мне и кому я являюсь близким, тому является доверенным и близким Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. Это было самое, что есть прямое назначение после себя. Он не сказал, это является амиром вашим, он не сказал, это является вашим правителем, султаном и так далее. Почему? Потому что роль правителя мусульман, он отличается от роли всех остальных правителей. То есть с точки зрения ислама, правитель это друг, это приближенный, это тот, кому люди доверяют свои дела, как мирские, так и загробные дела доверяют. То есть доверяют ему управление своей собственной жизнью. Как жизнью в этом мире, так и жизнью в будущем мире. То есть свою будущую жизнь также доверяют ему. То есть это доверенный. Именно поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, использует слово «мауля». Не использует слово «амир», «султан», «правитель» и так далее и тому подобное. Использует слово «мауля». «Мауля» — это тот, кому доверяют. То есть в слове «мауля» заложено слово «доверие». Именно поэтому его часто путают чем? С другом. С другом путают. Да, дружба тоже есть, потому что когда ты кому-то доверяешь, он является кем? Он является в том числе и твоим другом. Когда, в особенности, когда этот доверенный еще и думает о твоей выгоде, о твоей пользе, заботится о тебе. И эта забота заложена также в мауля. В слове мауля эта забота заложена. Именно поэтому его часто переводят как друг. Но так или иначе, это было самое, что есть прямое назначение, и одним из свидетельств этого прямого назначения было то, что эти люди, в том числе и те люди, которые после его светлости, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, восстали против этого назначения, против этого решения, они поздравляли его светлости, Али ибн Аби Талиба, алейхиссалату вассалам. То есть, если было бы значение «друг», то не было бы никаких поздравлений, так как совершенно все знали, да, что... Это. Вообще не было бы смысла говорить «друг», потому что все знали, что... Совершенно верно, просто обычная дружба, объявление обычной дружбы. Это все бессмысленно. И поэтому они говорили «Аспахта валия кулли муминин». Ты стал валием каждого. То есть, вали – это тот, опять-таки, доверенный. Да? То есть, валием каждого верующего. Они поздравляли ему, приносили свои поздравления. То есть эти люди прекрасно понимали, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, назначил Али ибн Аби Талиба, алейхиссалату ва саллям, халифом и имамом мусульман после себя. Они это прекрасно осознавали, они это прекрасно понимали и осознанно шли против этого решения. Они считали, возможно, искренне, возможно, неискренне, возможно, почему-то наушению, потому что наушение – это тоже неотъемлемая часть вот этого противостояния. «Ваджаальна ли кули набиин адуван, шаятин аль инси валь джин». Мы установили для каждого пророка врага из числа шайтанов, из людей и джинов. То есть наушение… Может быть, как со стороны людей, так и со так стороны джин. Да. То есть, и в священном аяте, в этом же аяте говорится, что они друг друга наущение нашептывают друг другу. То есть здесь может быть разное. Кто-то, может, искренне верил, что это решение посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ошибочное, что они могут лучше решить этот вопрос. Кто-то, возможно, лицемерил осознанно. А кто-то поддался чьим-то словам, кто-то его обманул своими речами. Это по-разному было, то есть не было там такого, что все были одинаковые. Нет, у всех было все по-разному. Кто-то кого-то обманывал, кто-то осознанно шел против решения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, осознанно понимая, к чему приведет это решение. То есть назначение его святости Али ибн Аби Талиба, алейхиссалату ва саллям. А кто-то считал, что нет, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ошибся. Как это очень часто было, очень многие из тех людей, которые шли за посланником Аллаха, считали, что они знают лучше, чем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Многие сподвижники считали себя выше посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Даже более того, считали себя выше Аллаха.
многие сподвижники. Есть об этом свидетельство. Конечно, есть предание об этом. То есть, например, в заключении мирного договора с мексиканцами мы знаем, что некоторые сподвижники подвергли это заключение, этот мирный договор критике. Или же в бедствие четверга, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, намеревается оставить завещание, но ему говорят, нет, мы считаем, что не нужно этого завещания, хасбуна китабуллах, нам хватит книги Аллаха, которую ты нам принес, не надо нам никакого завещания. Что эти люди, каковы мысли и побуждения этих людей? Конечно, они считают, что они лучше знают, чем посланник Аллаха. Поэтому здесь по-разному все было совершенно по-разному, разные обстоятельства, разные ситуации. Были таких примеров много, я сейчас не хочу углубляться в эти примеры, но так или иначе, эти люди после, его смерти, после смерти его святости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, решили, что нельзя действовать по завещанию посланника. Нельзя его послание, его завещание, его назначение, нельзя назначение, которое он осуществил, исполнять. И они решили, что нужно взять дело в свои руки, и что мы своими собственными силами лучше справимся с этим. То есть они просто отвергли то, что принес посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И об этом в Священном Коране Всевышний говорит: «Вабаддалу ни'мат Аллахи куфра». Они обменяли неверие на милость Аллаха. Аллах даровал и милость в лице его светлости Али ибн Аби Талиба, в лице имамата. Они обменяли эту милость, этот дар Всевышнего на что? На неверие. Баддалю ни'мат Аллахи куфра. Да. «Ва ахаллу каумахум дар аль-бавар», Всевышний говорит. «И сделали возможным для своего народа дар аль-бавар», огонь, ад. То есть ввергли этим своим обменом, баттабдиль, этим своим обменом ввергли «Ва ахаллу каумахум дар аль-бавар», ввергли народ свой, который последовал за ним. Те люди, которые последовали за ним в этом их решении, они ввергли их в огонь. Они именно таким образом, это, то есть, это история и это состояние вот этой вот партии, этой силы. Это партия лицемерия, это партия и движение лицемеров, которые покрыли мусульманскую общину тьмой. Это с одной стороны. То есть, с одной стороны, это особенность и качество. То есть, я не буду, конечно, раскрывать все этот момент. С учетом того, что было сказано, должно быть понятно, что из себя представляет это движение лицемерия. То есть они, осознавая, что идут против решения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, они шли на этот шаг. Шли против решения и завещания, и назначения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, о котором и об их шаге, именно об их противодействии решению посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, Всевышний говорит такие слова. «Вабаддалю ни'мат Аллахи куфра, ва ахаллю каумахум дар аль-бавар». То есть первая группа – это те люди, которые игнорировали посланническую миссию, можно сказать даже, я бы так сказал. Да, и здесь, ну нет, в самой этой партии люди разные. Почему они шли против решения посланника Аллаха? Кто-то осознанно нашел, кто-то считал, что он знает лучше, чем посланник Аллаха. Они не осознали вообще ислам, они не осознали ни Бога, они не осознали посланника Аллаха. «Вама янтику аниль хава инхуа илла вахьюн юха». Всевышний говорит, он не говорит по своему вожделению. Все, что он говорит, это всего лишь откровение неспосылаемое. Они этого всего не осознали. Они, в них это не пропиталось. Как говорится в Священном Коране, «Валамма ядхули лиману фи кулубикум». Вера еще не вошла в ваши сердца. Это про сподвижников. Этот аят про сподвижников. Вера еще не вошла в ваши сердца. «Валямма ядхули лиман фи кулубикум». Вера еще не вошла в ваши сердца. То есть здесь были разные люди. Были люди, которые осознанно шли, те люди, которые не осознавали. Были и такие, да, которые не осознавали. Конечно, они не осознавали. Они прекрасно понимали, что идут против решения посланника Аллаха. Но они не осознавали всей сути и всех качеств своих действий, своих поступков. То есть они не понимали, что они делают на самом деле. Они знали, что идут против решения посланника Аллаха, но они не понимали, к чему это приведет, и что за этим следует, и что это за действие такое. То есть были разные. Но так или иначе, все они
все те, кто осознанно пошли против решения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который при присутствии чуть ли не 130 тысяч мусульман, сподвижников, назначил его святость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, открыто в присутствии всех этих людей, назначил его халифом после себя, имамом после себя, руководителем мусульманской общины после себя. Но они, отказавшись от его персоны, от его кандидатуры его святости Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, и приняв кандидатуру других людей, неважно кого, они таким образом осознанно пошли против посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, пошли против Аллаха. То есть это люди, которые баддалю нимат Аллахи куфра, они поменяли милость Аллаха на неверие, потому что это неблагодарность. Да. Аллах говорит, вот вам милость в лице его святости Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалям, в лице имамата, в лице имамов непорочных, людей, которые будут думать о вас, будут думать о вашем мирской, о вашей мирской жизни и о вашей будущей жизни. А вы эту милость обмениваете на свое собственное измышление. Вы говорите, что этот старичок лучше поведет нас к нашей цели, к нашему благу, чем тот человек, которого нам назначил Всевышний. И Всевышний говорит, «Баддалю нимат Аллаху», вы неблагодарность проявили перед лицом милости Аллаха. Всевышний даровал вам милость, а вы обменяли эту милость на неверие. И таким образом ввергли всех тех, кто последует за вами, всех тех, кто примкнет к вам, всех тех, кто найдет в вас и в вашем учении убежище, «Ахаллу ковмахум дар аль-бавар», всех их ввергли в огонь. Это вот история этих людей. Но с другой стороны, ее святость Фатима Тузахра, саламу алейха, что об этом говорит Всевышний? Всевышний, как мы ранее говорили, в одном из аятов суры Нур говорит: «Аллах нуру самавати валь ард, ва мэталю нурихи ке мишкатун фиха мисбаху аль мисбаху фи зуджаджа». Что Аллах является светом небес и земли. И пример его света – это мишкат, в котором находится светильник. И в следующих аятах Всевышний говорит: «Фи буютин адиналлаху ан юрфаа, фи буютин адиналлаху ан турфаа, ва юдкара фи хасмуллах». И этот свет Аллаха, Аллах нуру самавати валь арда, ва масалу нурихи ка мишкат, этот свет Аллаха подобен мишкату. Мы разъясняли, что такое мишкат. И говорили, что в преданиях, что это Фатима Аз-Захра, саламуллаху алейха. И Всевышний говорит, фи буютин, и этот мишкат где находится? В домах. Фи буютин адиналлаху ан турфаа ва юдкара фи хасмуху. В домах, которым дозволено возвыситься. Этот мишкат находится в домах, которым дозволено, разрешено возвыситься, и в которых разрешено упоминать имя Аллаха. Поминание Аллаха. Что это за дома, шейх Курбан, хотелось бы здесь задать вопрос. Что это за дома, в которых... Да, мы сейчас к этому вернемся. Разъясним сначала этот аят, что из себя, весь смысл аята. «Ваюсаббиху ляху билгуду вивал асаль». И в этих домах восхваляют Всевышнего днем и ночью «Риджалун ла тольхихим тиджаратун вала бейун ан дикрилля». Мужчины и люди прославляют Всевышнего в этих домах, и этих людей, которые живут в этих домах, находятся в этих домах, не отвлекает от поминания Аллаха. Не торговля, не купля-продажа. То есть мирские дела их не отвлекают от поминания Аллаха. То есть другим не говорится, обратите внимание, не говорится, что они не занимаются мирскими делами. Нет, они занимаются мирскими делами, но эти мирские дела являются поминанием Аллаха. Эти мирские дела... Есть само поминание Аллаха. Не то, что они не отвлекают от поминания Аллаха. Более того, они сами являются поминанием Аллаха. Их мирские дела. «Ля тульхихим тиджаратун валя байюн ан дикрилля». То есть этих людей не отвлекают. И в преданиях, что это за дома? «Фи буютин». Что это за дом, в котором находится этот мишкат? Я приведу предание из суннитских источников, потому что в наших совершенно очевидно, ясно, все это разъяснено в достоверных преданиях, все совершенно очевидно и понятно. Обратите внимание, Суюти, Джалаль-ад-Дин Суюти, в своей книге «Ад-Дур-уль-Мансур». «Ад-Дур-уль-Мансур», я коротко дам разъяснение этому толкованию. Это очень авторитетное толкование.
Но у него есть одна проблема. У Дуруль Мансур есть одна проблема, которая заключается в том, что эта книга, она без цепочек передатчиков, без иснада. Но не потому, что у этой книги не было иснада. Изначально Суюти написал книгу с иснадом, и все иснады были. Но так как большинство людей, которые читали и знакомились с этой книгой, не хотели читать иснад. То есть они говорили, что а зачем нам иснад читать? И он взял, создал копию, вторую книгу, где все было то же самое, но уже без иснада. Поэтому эти предания имеют иснад. Что говорится в этом, в этом предании? Суюти говорит, что Ахраджа ибн Мардавей, Анас ибн Малик. Ибн Мардавей в своей книге, в своем сборнике привел от Анас ибн Малика предание, восходящее к Анас ибн Малику, который сказал, от Анас ибн Малика и Бурейды, ва Бурейда. قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية في بيوت أذن الله أن ترفع. Что его святость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, прочитал нам этот аят. То есть Аллах, свет небес и земли, пример его света это мешкат. И далее, что этот мешкат находится в домах, которым разрешено возвыситься и в которых упоминается имя Всевышнего. فَقَالَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَيُّ بُيُوتٍ هَذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. И некий человек, некий сподвижник подошел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, что это за дома, о посланник Аллах? Каля, его святость ответил, буютуль амбия, это дома пророков. Факама илейхи Абу Бакр. И тогда спросил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакр. Абу Бакр обратился к его светлости. Я Расул Аллах, хадаль бейт минха. Он сказал, это дом из домов пророков, ли бейти алиен ва фатима. Указывая пальцем на дом Фатимы и Али. То есть, указывая на дом ее светлости Фатимы Захры, саламулла алейха, Абу Бакр спросил, это тоже из домов пророков? Это из тех домов, где свет Аллаха находится? Каля наам мин афадилиха. То есть, его самый лучший, самый благородный, самый достойный из этих домов. Совершенно верно. Его святость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не просто говорит, да, это тоже из домов пророков. Он говорит, мин афадилиха. Это наилучший из домов, из этих домов. Потому что это дом самого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы неоднократно говорили об этом, что домом посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был по-настоящему дом ее светлости Фатимы, да, Захры, саллаллаху алейха. Это был именно его дом. Остальные об этом... дома были домами жен. Совершенно верно. Остальные дома это не его дома, это дома его жен. Его единственный дом это дом ее светлости Фатимы Захры, саламулла алейха. И на этот дом, где находится свет Аллаха, где находится свет Аллаха, наилучший из домов, где находится свет Аллаха, эти люди совершили это нападение и угрожали сжечь этот дом. Обратите внимание, что пишет Ибн Таймия по поводу этих событий. Обратите внимание. Интересно услышать, что говорит он. Он, начнем с того, что он отрицает вообще то, что эти люди жгли этот дом, и что они, даже он даже отрицает то, что они угрожали сжечь этот дом. Но вот что он говорит. Ну, в его представлении он все поправил, то есть ему кажется, что он смягчил. Что он вот эту негативную сторону этих событий, он как бы убрал в сторону и превратил эти события в нечто позитивное, нечто светлое. Ему это так кажется. В его вымышленном мире, в его воображении это что-то такое хорошее происходило там. И он это описывает. Это хорошее он описывает, но не понимает, что этими словами он на самом деле признает истину. Истину, о которой мы сейчас говорим, то есть, что из себя представляет эта партия и что из себя представляет дом ее светлости Фатимы Захры, саламулла алейха, которая стала дом, который стал центром противостояния лицемерию и тьме лицемерия. Ибн Таймия Минхадж ас-Сунна, это 8 том, 291 страница, говорит, «Вагайет ма юкал», он говорит, максимум, что мы можем принять, «Иннаху кебас аль-бейта», что Абу Бакр вскрыл дом,
То есть он обыскал дом, он зашел туда и обыск провел. То есть такую версию он принимает, да? Он принимает, да. Здесь он, да. Он говорит, это мы можем принять, это максимум, что мы можем принять. Ни о каком поджоге, ни о какой угрозе поджога речи, он говорит, быть не может. Но да, они вскрыли. Иннаху кебас аль-бейта лиянзура халь фихи шейун мин малиллах. Это, чтобы посмотреть, есть ли что-либо там принадлежащее Аллаху. То есть они могли, то есть по их словам выходит так, что они могли что-то, получается, украсть или присвоить. Да. Это даже хуже, чем поджечь, я думаю. Вот об этом идет речь. Он в его мире, он посчитает, что он сделал что-то, он смягчил это, позитивную какую-то окраску этому событию придал, что оправдал этих людей. А на самом деле он хуже сделал. Он говорит, он вскрыл этот дом Фатимы, чтобы посмотреть, есть ли там что-либо, что им не принадлежит. Он зашел в чужой дом, чтобы посмотреть, есть ли что им не принадлежит, а принадлежит другим. Принадлежит обществу, принадлежит мусульманской общине и так далее. Аллади юкассимуху, которое было разделено. Ва ан ютияху ли мустахикихи, чтобы отобрать, Ибн Таймия говорит, чтобы он вскрыл, чтобы отобрать и дать его тому, кому полагается это имущество отдать. Да, конечно, без комментариев даже слов нету, что сказать относительно такого действия и вообще как. Не знаю. И он говорит, сумма раа. Потом Абу-Бакр подумал, что аннаху ляу таракаху лахум ляджаза. Он потом подумал, что если он не отберет у них это имущество, а оставит у них, то ничего предосудительного в этом нет. Потом он, в общем, решил, что ну ладно, пускай какое-то имущество у них будет. Не буду отбирать. Фаиннаху яджузу ан ютияху мималиль фей. Что он подумал, что можно из каких-то из имущества даровать им что-то, отдать им что-то, оставить у них. То есть это о каком доме идет речь? Кто эти люди вообще такие, чтобы вторгаться в дом пророка, о котором Всевышний говорит: «Фи буютин адиналлаху ан турфа ва юдкара фиха смуху». Это из тех, наилучший из тех домов, в котором Всевышний разрешил возвыситься и в которых он разрешил упоминать его имя. Во всех остальных домах не разрешено. Если ты пришел к этому дому, ты, неважно кто, я обычный человек, я пришел к этому дому и хочу приобщиться к этому дому, то я через этот дом могу возвыситься. Все остальные дома такой особенности, таким качеством не обладают. Только приобщенность к этому дому, только приверженность к этому дому, то есть следование и любовь к этому дому может возвысить человека. Это аят священного Корана. «Фи буютин адиналлаху антурфа аваюдкара фи хасмуху». Только в этих домах можно возвыситься, только в этих домах по-настоящему можно поминать имя Аллаха. Во всех остальных местах, во всех остальных домах, во всех остальных учениях, во всех остальных школах поминание Аллаха – это просто слова. Это просто слова, не обладающие свойствами возвышения и приближения человека ко Всевышнему. Может даже поминание Аллаха во всех остальных домах отдаляет человека от Всевышнего. Не обладает тем свойством. Это аят, это выводы и толкование, и понимание аята священного Корана. «Фи буютин адиналлаху антурфа ва юдкара фи хасмуху». Неважно. Ты можешь построить свое учение, ты можешь построить свой дом, где ты будешь призывать ровно к тому же единобожию, которое имеется в священном Коране. Но ты через это единобожие не возвысишь никого, не возвысишь ни себя, ни кого-либо другого. Только приобщенность, только приверженность к этому дому обладает свойством возвышения человека и приближения человека к Богу. И в этот дом они входят, и в этот дом они совершают нападение. И поэтому свойства этой тьмы из этого противостояния ясно и недвусмысленно прослеживается, что она из себя представляет, насколько она была опасна, глубока и насколько
с тяжелой, насколько тяжелой и опасной угрозой столкнулась ее светлость Фатима Туз-Захра, саламу алейха, когда встала в оппозицию этой тьме лицемерия, этому движению и партии лицемерия. Спасибо вам большое, шейх Курбан. Ну, конечно, я был шокирован, услышав такое. Если Ибн Таймия реально считал, что тем самым он может как-то оправдать, не то что оправдать, а доказать то, что не было никакого поджога, но при этом было другие действия, которые я считаю, что являются еще хуже, и говорят, что это действие говорит о том, что у этого человека на самом деле даже, мне кажется, и веры вообще не было. Почему? Потому что даже обычный верующий никогда не позволит себе по отношению к другому верующему зайти в дом и сказать себе, что вот, возможно, здесь что-то есть, то, что является сворованным и не принадлежащим домочадцам, да? То есть, совершенно верно. Владельцем этого дома. Это, конечно, ужасный поступок, и я даже не знаю, как можно такой поступок оправдать. Но в любом случае, спасибо вам большое, спасибо. Шейх Курбан. Мы с вами продолжим на следующей передаче. Иншаллах. Уважаемые братья и сестры, на этом мы с вами заканчиваем. Иншаллах, на следующей передаче продолжим наше обсуждение. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.